Стальная защита под радиатор двигателя коробку для автомобиля Renault Trafic второго поколения после 2014 года выпуска. Завод-изготовитель Титан Украина. Толщина стали 2 мм. Покрытие антикоррозионно-порошковая краска. Ставится на штатные места. Вес защиты порядка 13 кг. По всей длине защиты прокатаны ребра усилители жесткости. В передней части предусмотрено вентиляционное отверстие, а также технологическое отверстие. В передней части также имеются силиконовые амортизаторы, которые препятствуют появлению скрипа. Спасибо за просмотр, хорошего дня!